Мы находимся в историческом городе, французском Вилреаль. Вот эта церковь построена в 12 веке. Вот мы потом поближе пойдем. Вот это вот местечко тоже, это все старинное. С 1260 какого-то года было начато строительство. Из деревьев, которые здесь прорастают. Если подойду поближе, ну, видно, как их уже эти балки поели насекомые. Вот так вот раньше строили. Ну, это уже реставрировано, конечно, я думаю. Старинная колоночка, так думаю, она еще работает, наверное. Вообще-то нет, что воды не вижу. Воды не вижу. А это вот рынок. Он и сейчас еще действующий, этот рынок. Его начали строительство в 15 веке. В 1515 году, если я так по памяти помню правильно. До сих пор здесь все активно действует, проходят базары, рынки, французы это дело любят. Вот такой вот старинный рынок. Сколько ж людей он повидал, сколько ж поколений. Сохраняют, реставрировали, конечно, все. Французы любят сохранять то, что было построено давно, веками. Поднимусь наверх. Не знаю, что там. Пока вот никого нету. Появилась такая возможность, чтобы не было здесь людей. То все время приходим, все время куча людей. Вчера, например, был блошиный рынок, тоже они любят покупать всякое старье. Здесь очень много англичан приезжают и живут после пенсии. Ну и так они любят посмотреть. Все историческое дело любят. Вот англичане очень любят эти блошиные рынки, эту старую мебель, всякое такое. Конечно, я не очень люблю посмотреть. Люблю, но покупать домой тянуть нет. О, радио сейчас здесь. Не знаю, работает оно, не работает. Ой, сколько же людей трогали эти перила и лестницы. Сколько ходило людей. Обалдеть, наверное, сколько много. Мушкетеры. Ой-ой-ой. В общем, вот такой вот он рынок. Вот 15 века. Город Вилреаль. Город Вилреаль находится от Бордо и Тулузы примерно 140 километров, что типа того. А вот. Так что, в принципе, не так уж далеко. Ну и Бордо там, Атлантический океан тоже недалеко. Вообще, этот город находится в таком самом узком месте. В одном из самых узких мест, если так можно выразиться, Франции между Атлантическим океаном и Средиземным морем. Видите? Аптека находится тоже в старом здании. Любят они сохранить старые здания. Там и коммерческие магазинчики открывать, бутики, аптеки, бланжерии, хлебные магазины.
Вот, ну вот. А вот самая старая тут это церковь. Начала строительство в 12 веке. Видите, агентство по недвижимости тоже в старинном здании находится. Так что все сохранено. Лаванда. Ну, пользуюсь моментом, что никого нет, ни одного человека в церкви. Вот такая вот она, старинная церковь. Здесь можно заходить в любое время суток. Никто ничего не закрывает, не сторожит. Я так понимаю, для исповеди, естественно. Вот. Видео тоже можно снимать. Запрета я не видела. А вот здесь вот. Хочешь поставить свечечку? Берешь, ставишь свечечку. Я знаю, что есть и денежку положить. Ну, что-то здесь даже и денежек нет, куда положить. Она можно и бесплатно ставить. Я так понимаю.
Если подойти снять поближе можно. Бронза, наверное. Вот такой вот он. Небольшой город Вилареаль. Но есть что здесь посмотреть, особенно те, кто любит историю. Рекомендую приехать. А нет, вот есть свечечки, пожалуйста. 2 евро, 1 евро, 50 центов. Вот сюда бросаете денежку на вашу совесть и идете ставить.